Ура, товарищи! Фестиваль Глич торжественно состоялся. И даже уже успело пройти кое-какое время, за которое я проанализировал все происходящее там, и теперь могу вам последовательно об этом рассказать. С собой я взял туда парочку своих старых работ. Вот как раз для них сейчас рамки делаю. Ведь в этот день пространство клуба «Правда» выступит еще в роли галереи. А с рамочкой и вешать удобнее, ну и вообще так работа выглядит более цивильно. Но поехал я туда не только для того, чтобы выставиться. Главной моей целью было забомбить здоровенную работу на стенке. Используя картонные коробки от разных инструментов, я затеял склеить самый большой трафарет, который я когда-либо делал в своей жизни. Честно, такой картон не самый подходящий для трафика. Коробка весьма прочная и режется с трудом. Но за неимением альтернативы мне больше ничего не остается. Хотя в этом есть и некоторые плюсы. Жесткий картон позволит хорошо держать форму трафарету. А при таком размере это немаловажно. А что именно я буду рисовать? В крайнем видосе про Кадама я оставил небольшую отсылку. Хотя спалить ее до этого момента было нереально. Это лесной бог Шишигами. Все из той же принцессы Мононоке. Черт, да он еле помещается в подвал. Реально, вот крупнее этого здесь уже вряд ли получится хоть с чем-то поработать. В разобранном виде эта штука превратится в самый настоящий пазл. Поэтому я пронумеровываю все секции в зависимости от цвета, чтобы не стоять там и не тупить с последовательностью. И чисто нон-стопом за вечерок я его разобрал. Пришлось, конечно, немножко попотеть. Но бить выборку на два подхода вариантов не было. Потому что по старой доброй традиции все это делалось в последний день. Прямо перед фестом. А это мы уже грузимся. А сколько у вас всего человек едет? Четверо. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Местами трафарет получился тонковатым, поэтому лечить его приходилось постоянно. День ивента. Я поехал туда немножко пораньше с целью разведать обстановку. И буквально спустя пару минут, как я зашел в помещение, погода дала нам всем просраться. Вот ребята на подъезде, и на них лайтовенько так капает. В то время как у нас вовсю херачит апокалипсис с градом, последствия которого их немножко удивили. Мне вон там вон, нравится фордик тоже такой ползает. Ох, нихрена себе! Пиздец, смотрите направо! Блин, ребята, это просто вообще... Тут без мата не скажешь. Ах, кусок. Вся эта история перенесла начало Глича на пару часов. Мы на месте. До открытия еще осталось кое-какое время. Так, что мы имеем? Красочку подвезли. Очень хорошо. Я заранее заказал нужные цвета. Вроде бы все в наличии. Найс. Найс. Блять. Да, это типа стенки, на которых мы будем рисовать. Они мой трафарет-то вообще выдержат. Будем надеяться. Вариант со степлером весьма сомнительный. Сцепление уровня... Пацаны, давайте, но только недолго. Местечко необходимо быстренько оформить, пока народ не повалил. Зацените, рама великан. Здорово подсобил художник Александр Евтушенко. Помните, я когда-то отметил, что мне понравились его работы? Очень сильно. Так вот, он тоже здесь. Помог быстренько расправиться с ссылочками. Ну что, можно потихоньку начинать. Сейчас я буду последовательно закатывать основные оттенки, продвигаясь от больших кусков к более мелким. Классика. Ничего, отдай ему молот. Народ начинает подтягиваться.
Давайте оглядимся. Посмотрим, что здесь происходит. Вот чуваки рубятся. Это будет видео? Косплееры разные подоспели. Рядышком свободное пространство, где любой желающий может попробовать себя с банкой. Курировал все эти стеночки Дима Слэш. Вон он, своих фирменных мишек фигачит. Причем я охренел, насколько быстро он это делает. Интересной мне показалась идея с крафт-ареной. Там любой желающий мог нарисовать что-нибудь, а потом прямо в тот же вечер выставить свое творчество на аукцион, который, кстати, проводили ребята из Ван Гог за тушенку. Также присутствовала парочку инсталляций. И в целом наборчик-то неплохой, но в местном антураже все это выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Погнали в помещение. Так как у меня было куча работы, и из-за сраного дождя осталось не так много времени, потусить здесь толком не получилось. Поэтому большую часть того, что происходило внутри, я увидел уже только потом, на отснятом материале. Мне сложно что-то здесь комментировать. По-моему, происходящее все говорит само за себя. Что там было по музлу, я не в курсе. Лично мне запомнился бодренький хардбас от Кузьминки Лакшери Вилледж. Зашел как надо. Ну и вообще заметно, что народ-то разгулялся. Все затусили, заобщались. Нормально. О, вас! Хватит бухать! Рисуй давай, ёбаный в рот. Димон вон завалил уже все давно. Один я тут с трафаретами ковыряюсь. Стемнело. Из-за того, что начал накладывать трафик с обоих сторон, проебал пропорцию. Отстой. Настюха вообще красава. Мало того, что весь вечер ходила и снимала, так еще по-шустрому нарисовала картину и за полтораху ее на аукционе продала. Ну, женщина. Я ее где-то здесь видел. Вот она, вот! Теперь надо по бырику допилить контура. Рама, что с тобой? Бля, я рисую, ёбану. А как так-то? Ника Сафронов. Привет тебе, нахуй! Хорошо, ребята помогли, а то бы я тут до самого утра. Ненавижу работать в попыхах. И результат оставляет желать лучшего и вообще сомнительное удовольствие. Да, расклады бывают разные. Удачные и не совсем. Да это, собственно, и не важно. Один фиг все летит в копилку твоего жизненного опыта. А опыт, я считаю, штука нейтральная, но крайне полезная.